Доброе утро, матушка. Доброе утро, сын мой. Как спалось? Как твое здоровье? Благодарение Господа, все хорошо, матушка. Мы в последнее время редко видимся. Не мудрено, матушка? Управление столь большим государством отнимает много сил и времени. Ты плохо выглядишь, здоровье. Спасибо, матушка. 21 февраля скончался заслуженный артист России Александр Жданов. Об этом сообщила пресс-служба театра на Литейном, где актер прослужил 45 лет. Уточняется, что Жданов умер на 71-м году жизни в Санкт-Петербурге, не дожив до юбилея творческой деятельности несколько дней. В числе театральных работ Жданова более 40 ролей в спектаклях разных жанров. Широкому зрителю Жданов известен по следующим киноработам. Роли Павла I в фильме «Емельян Пугачев». Чело твое грустное. Где причины? Нынче годовщина смерти батюшки, ваше величество. Я заказал молебен. Вы изволите быть? К сожалению, недостаток времени не позволяет мне сделать это. Сердца наши хранят память об ушедших навсегда. А живым надо заботиться о жизни. Генка Петров в последнем лете детства. Тихо! Стой! Девочки-прелестницы, не ломайте лестницы! А мальчики-соколики, берегите столики! Также на счету актера немало эпизодических ролей милиционеров в знаменитых картинах «Сицилианская защита», «Колье Шарлотты» и «Агент национальной безопасности». Также мы помним его по ролям комического слуги в фильме «Табачный капитан» и «О бедном гусаре замолвите слово». В театре покойного артиста называют душой коллектива и вспоминают о нем как о великолепном рассказчике, мудром товарище и стойком человеке, который не опускал руки перед затянувшейся болезнью. Светлая память артисту и соболезнования родным и близким –